Рассказ знакомого, жившего раньше в деревне, когда был мелким. Выкапываем на огороде картошку, наполняем картошкой мешки, затем переносим их в погреб дома и там высыпаем. Когда нужно приготовить что-либо из картошки, я по заданию родителей спускаюсь в погреб, выбирая картошку, которая была повреждена лопатой при выкапывании и начала подгнивать. Мы ее чистим. Из нее готовим. И так каждый раз, когда собираемся что-то готовить из картошки. Затем, когда поврежденная картошка заканчивается, понемногу начинает портиться и оставшаяся картошка. Я ее также выбираю для готовки. Так всю жизнь гнилую картошку и едим. Подписывайтесь на наш канал, чтобы у нас не иссякал энтузиазм записывать новые смешные видосики. Телебонькайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых опубликованных видео. Жмакайте по заставке, чтобы посмотреть следующий смешной ролик. Почему еще не жмакнули?